Сегодня мы проводим публичное слушание по вопросу внесения изменений и дополнений в устав города Шарыпово. Часть 5 статьи 28 дополнить абзацем 2 следующего содержания. Данная норма поступила в рабочем порядке на заседании городского совета и относится к праву главы отклонить нормативные решения, принятые советом. Данная норма закреплена в 131 федеральном законе в части 13 статьи 40. То есть глава имеет право отклонить нормативные решения, принятые советом. В этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в совет с мотивированным обоснованием его отклонения, либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава города отклонит нормативное решение, оно вновь рассматривается советом. Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов, оно подлежит подписанию главы города в течение 7 дней и обнародованию. Ну, если нет вопросов, тогда давайте перейдем к голосованию. Итак, вопросы на голосование. Рекомендовать Шарыповскому городскому совету принять на очередной сессии городского совета решение о внесении изменений и дополнений в устав города Шарыпово. Итак, прошу голосовать. Кто за? Подержите, пожалуйста, минутку. Мы сосчитаем всех. Да, руки не опускайте, пожалуйста. Так, кто против? С твоей стороны, Жень, подождите. 39. Против кто? Руки поднимите повыше. Зафиксировали? Да, один против. Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Все, спасибо. Итак, большинством голосов решение принято.